Бәріңе сәлем, қалдарың қалай? Мен картоп турап жатырмын. Всем привет! Я нарезаю картошку на 4 части. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, да, вот. Вот таким образом. Да, да, я кожуру оставила. Так будет, между прочим, вкуснее. Я просто тщательно помыла вот этой штучкой. Заказывала в пиндошке, спасибо китайцам. Картошка свежая, урожай этого года. Вот так вот нарезаю на 4 части. Картопты тюртки бөлеміз. Бұны духовкада пісірем. Так, будем готовить в духовке. У меня газовая духовка. Вот и все. Теперь отправляю обратно в посуду от Скасаламас. Будем добавлять приправу. Приправа у меня только одна. Она классная. Добавляю чуть-чуть растительного масла, совсем немного, потому что мясо, смотрю, у меня жирное. Вот хватит. Чуть-чуть. Ой. Вот такая приправа, она очень классная. Здесь есть и все, и соль, и перцы разные. Шиндебер, вардос, борош. Зелень даже есть, видите, вот это мы добавляем. Чеснок паршинди. Картошка получается очень вкусной. Если вы хотите приготовить своим детям картошку фри в духовке, обязательно используйте вот эту приправу. Просто вот это добавляйте и все. Ну и, конечно, масло чуть-чуть. Солить не буду. Здесь есть все. Очень вкусная приправа. Очень вкусная. Видите, здесь и зелень, и чеснок. Запах какой. Картошка получается вкусная. Я уже несколько раз сделала таким способом. Мы уже картошку не жарим. Мы всегда готовим в духовке. Бұрын мен газ духовка деп бетін жауып қоятынмын. Піспей қалады деп. Сөйтсем жаппауға да болады екен. Бәрібір пісет. Тек аударып отыру керек. Знаете, когда я готовила в духовке картошечку, я всегда закрывала фольгой. Мне казалось, что если газовая духовка, она не зажарится, не приготовится. Нет, можно и не закрывать. 40-45 минут картошка приготовится. Просто надо переворачивать, так как жар идет только снизу. Она подгорает, поэтому надо периодически переворачивать и все. Вот такой вот противень. Застелила пергаментной бумагой. Это обязательно. Куриные бедра. Я их не мариновала. То есть они маринованные. Это готовый маринад. Вот так и продают в магазине. Но можете сами мариновать. Можно добавлять, знаете, в маринад все, что угодно. Соевый соус, красный перец, черный перец, паприку для красивого цвета. Чеснок сушеный можно добавить. Бірінші картоп салайық, өйткені еттің сөлі шығып, картошкаға сінеді. Потом надо их переворачивать. Аударып отыру керек, әйтпесе күйіп кетеді. Все-таки это газовая духовка. У меня газовая духовка. Если у вас жар идет со всех сторон, и снизу, и сбоку, и снизу, то... наверное, это облегчает, да, процесс приготовления. Ну вот, все. Мясо будем ложить сверху. Вот так вот. Тогда вот сок, картошка пропитает весь вкусный сок, жир.
мяса. Поэтому я масло добавляла немного. Ну вот все. Сейчас мясо даст свой сок. И вся эта картошка будет прямо жариться. Снимаем перчатку. Так, отправляю в духовку. Я не буду закрывать, я уже так готовила. Картошка приготовится где-то за 40-45 минут. Ну, будем смотреть. А мясо я оставлю дожариваться, потому что мясо готовится дольше. Где-то за час. Ну, это курица за час приготовится. В общем, прошло 20 минут. Я переворачиваю картошечку. Видите, переворачиваю. Они... Картошечка еще сырая. Так что не смотрите, что она здесь подгорает. Так, мясо тоже буду переворачивать. Ну, картошечка, по крайней мере, еще будет жариться 20 минут. В общей сложности где-то 40-45 минут приготовиться. Это у меня газовая духовка, поэтому вот столько времени уходит. А мясо еще дольше подержу. Картошечка приготовилась. А вот эти крайние картошки решила подержать вместе с мясом. Ну, где-то подержу еще минут 10-15, наверное. Смотрите на эту красоту. Вот наши куриные бедра. Вот такого цвета. Смотрите. Красота. Не хуже шашлыка. Вот наша картошечка. Если вы думаете, что это обгорело, да? Кюкпетти деболя санзар, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, вроде бы как обгорела, да, картошечка. Вы посмотрите внутри. Вот капскин картоп сертой. Картошка в мундире на костре. Бәрімізге ас болсын. Всем приятного аппетита, а мы будем лакомиться. Видеомды қарағандарыңыз үшін рахмет. Всем спасибо за то, что посмотрели мое видео до конца.